Транспортные организации Гомеля, которые занимаются перевозками пассажиров, реализуют шерох экспериментов. У приватности разговора идет об новых проездных билетах, которые имеют несколько ступеней обороненности, а так само возможности расплачиваться у автобусах банковской карткой. Наши корреспонденты посекавились подробностями. Идея реализации проездных билетов нового узора появилась еще в начале этого года. Правда, процесс оказался не таким худким, как хотелось бы. Проездный билет – это официальный документ, который друкуется на одном из предприятий Держзнака. Сейчас все узгоднения завершены и в продаж поступили проездные нового узора. Причем, разом с автобусными, новый выгляд набыли и агульные билеты – автобус-троллейбус. Нашим предприятием принято решение замены проездных билетов в городе Гомеле. В связи с тем, что в последний период времени мы понимаем, что количество подделок возрастает. Эти проездные отличаются количеством степеней защиты, их 8 настоящих проездных, и позволяют нам получать, наверное, больше объем выручки по сравнению с предыдущим. То есть мы понимаем, что меньше в настоящий момент будет поддельных проездных документов. Коли обороненные от подробок проездные билеты уже стали реальностью, то махчимость различиться у автобусе банковской карткой еще можно лишить экспериментом. Покуль такую послугу оказывает только кондуктор первого гомельского автопарка Людмила Чернова. Кажа, это саправды зручно, особливо подчас набытия декадных и месячных проездных. Хоть и за звычайные талончики на одну поездку, таким чином можно так само расплатиться. Пассажиры до такой послуги еще не привыкли, але кондуктор переконана, это справа часу. Сейчас же все в основном с карточками. Когда выходит человек, допустим, вот предлагаешь проездной, он и говорит, что «а я деньги еще не снял». Или там заходит пассажир, но не успел он снять деньги. Или на банкомате нету. Карточку, говорит, вот если бы можно было. Ну и на собрании я внесла такое предложение. Спасибо нашему руководству большое. Оно нас поддержало. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».